Добрый день, меня зовут Юрий, я специалист по работе с партнерами в детском технопарке «Кванториум» город Всеволожск. И сегодня быстренько расскажу вам чуть-чуть про, собственно, федеральную сеть детских технопарков. Детские технопарки «Кванториум» открыты благодаря национальному проекту образования, конкретнее федеральному проекту «Успех каждого ребенка». Таких технопарков в нашей стране сейчас насчитывается больше 200. Это и мобильные технопарки «Кванториум», и детские технопарки «Кванториум», и школьные «Кванториумы», и IT-кубы, и точки роста, ДНК. В общем, огромная экосистема, которая создана для того, чтобы поддержать уровень инженерных профессий, которые, собственно, сейчас не настолько популярны. Здравствуйте, меня зовут Петрович Александр, я ученик детского технопарка «Кванториум» город Всеволожск. Моя работа называется «Симбиоз», наша работа с Константином, называется «Симбиоз». Называется она так непросто, потому что мы ученики разных квантумов. Я из биоквантума, а Костя из промробоквантума. Вот, мы участвуем в номинации «Технопозитив», и я думаю, мы нашей работе точно подарим позитив. Собственно, в нашем детском технопарке представлены 6 направлений обучения. Мы в технопарках, да, в нашей вот системе называем направления обучения квантумы. Квантумов у нас 6. Это автоквантум, энерджи-квантум, пром-робо-квантум, био-квантум, аэро и хай-тек. Соответственно, все образование по большей части в именно нашем технопарке технической направленности. Помимо этого, да, есть биоквантум, который занимается, естественно, научной направленностью. Мы открылись в 2019 году и обучаем более 1000 человек ежегодно. Через наши мероприятия проходит более 4000 человек каждый год. И также на нашей базе открыт еще мобильный технопарк, который, в свою очередь, тоже обучает более 1000 человек в отдаленных регионах, в отдаленных районах, простите, Ленинградской области. И, соответственно, через мероприятия мобильного технопарка проходит более 3000 человек. Таким образом, суммарно мы учим более 2000 человек в год, и через наше мероприятие проходит порядка 7000 человек. Вот прямо сейчас проходит мероприятие «Техно-арт». Это федеральный конкурс, который, собственно, мы разработали, он уже стал ежегодным, да, это вот такая наша прям теперь традиция. И в этом году к нам приехали люди, по-моему, вообще со всей России. Короче, очень много кто. Вот, приехал к нам участвовать уже в финале конкурса, это очный этап. У нас здесь собралось порядка 25 команд, для которых мы подготовили насыщенную достаточно программу. Прямо сейчас проходит... эксперты оценивают работы детей, дети показывают, соответственно, свои работы, другие ходят по экскурсиям, по мастер-классам и остальным мероприятиям, которые мы подготовили. Мы здесь делаем упор основной на альтернативные источники энергетики. Вообще, в последнее время энергетика сильно развивается. При этом большой упор делается на экологию. Как раз в нашем квантуме мы пытаемся решить эти проблемы. Самое главное, что есть в принципе во всей нашей системе, что все образование, которое мы несем в массы, оно бесплатное, поэтому приходите к нам, мы всегда рады, особенно если вы ребенок с 11 до 17 лет, приходите, мы бесплатно научим вас создавать всевозможные проекты, попробуем себя во всякой бизнес-среде, и по итогу, может быть, даже выйдем на рынок с какой-нибудь вашей разработкой. Я тут, собственно, занимаюсь работой с партнерами. Как раз-таки, да, магистраль Северной столицы, которые обслуживают западный скоростной диаметр, попросили нас, собственно, подобрать им самое подходящее решение для осмотра, собственно, всех мостов. Ребята подобрали подходящее устройство, да, беспилотный летательный аппарат. Ребята справились, заказчики остались очень довольны. Всем удачи, всего доброго. На связи детский технопарк «Кванториум», город Всеволожск. До свидания. Мы находимся по адресу улица Шишканя, дом 1, и ждем всех желающих обучаться от 4 до 17 лет, поэтому приходите к нам в любой день недели. Про наш «Кванториум» или сначала вообще? Рукой. Что, начинаем? Говорить когда? Ага, все, окей, let's go. Но я думаю, что вы услышите мой бархатистый голос. Простите, что я горожу. Хватит смеяться, я не понимаю. Ачинск есть, Тверь есть. С детьми мы в основном выходим на задний двор, вот, квантуриума, да. А это такое себе удовольствие. Если есть еще какие-то вопросы, коллеги, я готов ответить. Что из этого вышло, я не знаю.